Здравствуйте, меня зовут Александра. Сегодня я прошла обучение по подбору прозматической оптики в школе оптометрии Натальи Ринской. Этому в России нигде не обучают. Теперь мы будем помогать нашим пациентам с бинокулярными нарушениями, с двоением. Спасибо Наталье Вадимовне за ту информацию, которую мы узнали за эти 2 дня. Особенно огромное спасибо за практическую часть. Меня зовут Роберт. Я владелец сети оптик Кеплер. Прошел обучение подбору призм, призматической коррекции и бинокулярного нарушения. Хочу сказать, что эти люди, которые нас учили, это боги, ну богини точнее. Вот. Я понял половину, это большой вызов для меня, чтобы нейрончики построили через синапсы связи, и я это научился. Я буду тренироваться, потому что я всегда то, что нужно для работы, сначала учусь делать сам. Поэтому огромное спасибо Наталье Вадимовне за то, что она спровоцировала на дальнейшие тренировки в подборе призматической коррекции. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Грищенко Андрей Валерьевич. Наверное, как и всякие влюбленные в свое дело оптик, я перфекционист, и поэтому разочарование от каких-то обучений достаточно регулярное явление. Но не в этом случае, потому что здесь мой перфекционизм разбился от перфекционизма Ринской Натальи Вадимовны. Та системность ее знаний, та глубина знаний и увлеченность при этом, и любовь с большой буквы к своей профессии является для нас, для многих специалистов, ну, наверное, своеобразным маяком. Я не побоюсь этих высокопарных слов, потому что действительно так, поскольку наша оптометрия находится в стадии развития, медленно, не так, как хотелось бы, но оптометрия развивается, и просто здорово, когда есть такие квалифицированные специалисты, которые как с которыми как эталон можно соизмерять, ну, свои знания и свой опыт. Поэтому я благодарен судьбе, что оказался на этом семинаре. В общем-то, конечно, мало, как любому перфекционисту. Вот, ну, сколько есть. Объять необъятно невозможно. Все дело теперь в нас, в наших способностях к реализации полученных знаний. Спасибо.